ما هو التوحيد؟ Что такое توحيد единобожие؟ التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Единобожие توحيد это признание исключительности Аллаха в отношении тех вещей, которые присущи только Ему. Это господство рубубия, это божествление, аллилуйя, это божественные имена и атрибуты. نعم. أنواع التوحيد إذن ثلاثة. Значит, у нас есть три вида таухида. Таухид ар-рубубия. Первый это таухид ар-рубубия, таухид в господстве. Хуа ифрад Аллах субхана ва тааля би афаали. Это признание единственности Аллаха субхана ва тааля в отношении его деяний. Ифрад Аллах субхана ва тааля бил халк, аннаху аль-халик. Признание того, что Аллах субхана ва тааля единственный в сотворении, он творец. Вар-ризк. И то, что он наделяет. والتدبير, أنه هو اللي يدبر الأمر, سبحانه وتعالى. И его единственность в управлении миром, он, который управляет всем. شؤون العباد بيد الله سبحانه وتعالى. Все дела людей, они в руках Аллаха. نعم. القسم الثاني من التوحيد. Второй вид توحيده. توحيد الألوهية. Это توحيد в божествлении. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة, لا يعبد إلا الله. Это признание единственности Аллаха سبحانه وتعالى в праве на поклонение ему. نعم. الثالث توحيد الأسماء والصفات. Третий вид توحيده это توحيد имен и атрибутов. إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. Это признание единственности Аллаха سبحانه وتعالى в обладании его именами и атрибутами. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. Мы должны признавать, подтверждать все, что подтвердил отношение себя Аллах и его послание. ينزه الله لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى الخالق الكامل يماثل المخلوق الناقص. И мы отдаляем Субхана ва Тааля от недостатков. Не может Всевышний Аллах быть подобным творением, которые являются несовершенными. Мы не задаем вопросы, мы говорим, мы уверовали и подтвердили и предались. Потому что Аллах Субхана ва Тааля, у него имена и атрибуты, которые подобают ему.